Эй, всем привет, друзья, с вами Соуп. Давно мы не виделись, с тобой вот. Именно с тобой. Целых 8 или 9 месяцев я не делал подкасты. Последний подкаст был насчет 200 подписчиков, а у меня уже почти 700. Что, в общем-то, спасибо вам за 670 подписчиков. Сейчас у меня именно столько на канале. Почти 100 тысяч просмотров за все время. Сколько я открыл пиар, ссылочка в описании. Шапки теперь делаю для каналов. Видео выходят не так часто, и мне пишут часто в ВК, на Ютубе, то, что мало видео выпускаю. Я хочу радовать своих подписчиков не количеством видео, а качеством видео. Может, по качеству, чем у моих знакомых. Руфы. Вован. Чего надо? Слушай, короче, мы больше не сможем с тобой сотрудничать, то мы от тебя уходим. Че? Как я без вас, а? Вован, короче, пойми, если ты нас будешь снимать, то... Пиздайте! Почему? В конце концов, у тебя еще сталки есть. Пока. Так, ее больше не будет на канале. Звоню сталкам. Алло. Алло. А вы где? А меня Руфы бросили, короче, срочно вынуждены рассмотры на канале упадут. Ты что, дебил, что ли? Я в отпуске, сталки, я в отпуске, иди отсюда. Возможно, хорошая, возможно, плохая новость. С нашим школьным классом уезжаем в санаторий. Я там буду снимать видосики, уезжаю я на 21 день, и, в общем-то, это хорошая новость, потому что там, возможно, можно будет что-нибудь хорошее снять. Плохая новость, что не будет выходить видео 3 недели. А, да, уезжаю я уже во вторник, 21 числа. Почти 700 подписчиков, спасибо за 100 тысяч просмотров. Я уезжаю на 21 день. Видео пока что не будут выходить, зато приеду, и они, наверное, выйдут. Всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!